Приветствую вас на канале «Проще не придумаешь». Сегодня мы вам расскажем, как почистить организм очень приятным, полезным способом. Это у нас будет яблочно-морковный сок. Должен быть он не покупной, делать будем мы его сами. Натуральный, сделан самостоятельно. Сегодня мы вам это покажем. Сок этих фруктов очень хорош при очищении сосудов. Также сок гранатовый очень хорошо очищает сосуды, но граната у нас на данный момент нету. Сок мы сделать с вами из него не сможем. Употребляя каждый день хотя бы по полстаканчика сока, хотя вот в доступности, я думаю, что у всех есть. Гранат может не каждый себе позволить, но пару морковин и яблоко, то есть я думаю, что каждый способен купить, либо вырастить на своем участке. И каждый день по полстаканчика сока перед едой улучшит ваше состояние организма, крови. Результат себя не заставит ожидать, то есть в несколько раз. Используя этот метод очищения сосудов, вы сразу почувствуете улучшение памяти, улучшение, перестанет подводить вас, будут вспоминаться события, о которых вы давным-давно забыли. В конце дня никакой усталости не будете чувствовать, головная боль, тяжесть в висках пройдет. Нормализация работы головного мозга произойдет естественным способом, то есть организм будет получать множество витаминов и микроэлементов. Высокая концентрация появится у вас, это связано с состоянием кровеносных сосудов. Сосуды будут очищаться и кровь будет проходить через органы, обогащая их кислородом. Все состояние организма полностью будет улучшаться. С помощью ценных продуктов питания можно позаботиться о своем организме. Сейчас мы вам покажем, как мы сделаем сок непосредственно. Морковь немного измельчим, чтобы соковыжималке было проще отжать, снизить нагрузку. Семечки из яблока мы не удаляем. Соковыжималка у нас шнековая, то есть сок спокойно отсеивает, выжимает. Жмых выходит с другой стороны. Жмых такой вот. Вот такой вот у нас целый стакан получился сока, полезностей. То есть, соответственно, вы можете увидели, какое количество продуктов было использовано. То есть, соответственно, можете уменьшить в половину, и у вас будет полстакана, что необходимо организму в день перед приемом пищи.
неважно, утро, обед или вечер это будет. Если вы будете выпивать с утра, то это будет намного благоприятнее воздействовать на организм, потому что с утра или в обед обмен веществ в организме более эффективный, чем вечером. Вечером организм готовится уже ко сну, и органы уже не так функционируют и перерабатывают все. А если с утра вы перед едой выпьете стакан такого полезного сока, половинку хотя бы, то есть там полторы морковины и маленькое яблочко, я думаю, каждый способен себе позволить, вы будете сделать очень хорошее дело для своего организма, и организм вам ответит пользой. Пользуйтесь нашими полезными советами. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!